Вітаю! В ефірі програма «10 хвилин» у студії Дар'я Юцькова. Лише за минулу добу вода забрала життя 20 українців, із них двоє дітей. Про це інформують у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Рятувальники закликають дотримуватися правил безпечної поведінки на воді, слідкувати за дітьми та не дозволяти їм самостійно вирушати до ставків і річок. Сьогодні є в нашій студії Володимир Бєлік, начальник аварійної рятувальної мобільної служби рятування на воді. Вітаю у студії, пане Володимир. Добрий день. Які ризики спіткають дорослих та дітей у період літніх канікул? З наступлением жарких дней и повышения температуры как воды, так и окружающего воздуха, люди тянутся вереницей к водоемам. Водоемов в городе Кривой Рог очень много. К сожалению, мест, которые оборудованы и открыты для купания, не так много, как хотелось бы. Но, тем не менее, люди идут, и, соответственно, появляется риск различных чрезвычайных ситуаций. Первое – это бесконтрольность родителей, что приводит к гибели маленьких детей. Согласно всех требований наших документов руководящих, дети до 12 лет самостоятельно находиться на водоемах вообще не имеют права. И это долг родителей соблюдать эти элементарные правила, не подпускать детей к водоему без своего личного контроля. Взрослые – это употребление спиртных напитков. Все случаи, которые произошли в городе Кривой Рог в этом году, связаны с гибелью людей на воде взрослых, 100% люди были в нетрезвом состоянии. Соответственно, если человек приходит на природу пообщаться с водой и отдохнуть, его угрозе жизни ее ничего не влияет. Если же человек пришел подурачиться, создать проблемы себе, своим друзьям и окружающим, тогда это очень чревато. Особенно хочется сказать любителям экстремальных видов отдыха, это на наших криворожских затопленных карьерах. В этом году уже такой случай имел место, когда человек, купаясь на затопленном карьере в районе Ингульца, утонул. Ежегодно специалистами нашего предприятия приходится поднимать дна водоемов. Они сложны по своему гидрологическому строению. Глубина достигает 50 метров отдельных водоемов. Поэтому шансов спастись у таких горе отдыхающих очень мало. Плюс ко всему то, что специфика температуры воды в этих затопленных карьерах отличается от простых водоемов. Вода не прогревается полностью. Верхний слой воды метр-полтора достигает нормальных, таких, нормальных температурных режимов. А уже ниже вода очень холодная, и, соответственно, прыжок в воду может создать проблемы. Это может быть и судорога, это может быть и остановка сердца. И шансов на спасение у такого горя отдыхающего уже не будет. Какое место за небезопасностью занимает відпочинок на воде? Если сравнивать с транспортными перевозками, то мы далеко-далеко позади. Я говорю еще раз, если человек пришел отдыхать, а не что-то делать противозаконное или против правил, то вероятность гибели очень маленькая. Та статистика, которая существует по многим факторам нашей жизни, быта, мы не занимаем там первое место, хотя она тоже устрашающая, и на сегодняшний день более 300 человек погибло на водоемах Украины только в летний период. Практически, когда наступили эти жаркие дни, начиная с 1 июля, только у нас в городе погибло 6 человек. Буквально за 10 дней 6 человек, то есть в среднем по одному человеку в сутки. Вот. Но тем не менее, если, говорю, люди приходят на места, которые оборудованы для отдыха, где находятся сезонные спасательные посты, где вся инфраструктура создана для того, чтобы отдыхать, надо там еще умудриться утонуть, очень захотеть, потому что мы люди неравнодушные, отдыхающие рядом с такими людьми, которые попадают в беду, как правило, ведут себя неравнодушно, спасают, вытаскивают. И такие случаи имели место у нас неоднократно. Это случай и с ребенком, когда отдыхающие в районе рынка терминала одного мальчишку смогли спасти. Это и случаи, когда в районе парка Мершавцева, недалеко от пляжа, человек тонул, спасатели сезонного поста спасли человека. То есть реально статистика могла бы быть намного лучше, если бы люди выполняли элементарные правила, ходили туда, где можно купаться, где можно отдыхать, и заботились о своем здоровье. В противном же случае вода – это стихия, как и огонь, так как и ветер. Мы видим, какие ущербы приносят ливни, которые прошли по городам нашей страны. С водой сопротивляться очень сложно, тем более, когда ты находишься один на один с такой стихией. На вашу думку, чему это происходит? Какие причины?
Как я уже сказал, первая причина это для взрослых – это употребление спиртных напитков. Я привел пример. Все взрослые, которые погибли у нас в этом году в летний период, все были в нетрезвом состоянии. Причем, мало сказать, в нетрезвом, в очень нетрезвом состоянии. Как пример, два случая. В районе остановки станции скоростного трамвая Мудрёного два парня плавали на водном велосипеде на катамаране. Один из них прыгнул в воду и, к сожалению, не вынырнул. Второй плавать не умел. Жилеты на этих горе-отдыхающих отсутствовали. То есть все было отдано так, на свой страх и риск. Утонул. Буквально 20 числа мы выезжали по факту гибели мужчины в районе Гданцевки, Гданцевский парк. Два мужчины отдыхали в красивой беседке, которую сделали власти города и жители города для отдыха людей, употребили энное количество спиртных напитков и решили, как один из этих горе-отдыхающих рассказывал, половить раков. Водолаз искал тело ровно 30 секунд. То есть, если бы второй человек был хотя бы маломальски трезвым, достать своего коллегу, который зашел в воду, можно было с берега, подав просто руку. Но так как одно тело было совсем плохое, а другое еле-еле стоял на ногах, результат плачевный. Мужчина утонул и был поднят нашими спасателями. С детьми проблема другая. Это то, что дети в летний период, как правило, в связи связанной с карантином, не часто у нас работают школьные лагеря, когда раньше детей, в общем-то, были под контролем до обеденное время. После обеденное время родители возвращались с работ. Сейчас же дети ватагами ходят к водоемам. И вот последний случай с девочкой, которая погибла в Терновском районе, и с этим мальчишкой, который погиб в районе рынка «Терминал». Это все звенья одной цепи. Дети сами выходят на водоем, плавать, как правило, не умеют. А тут еще бахвальство перед друзьями показать, какой я смелый, какая я смелая. Ну и результат налицо. Два ребенка, к сожалению, в этом году погибли, горе родным, близким этих детей. Поэтому, уважаемые родители, пользуясь случаем, еще раз обращаемся к вам с просьбой. Объясняйте детям, показывайте на примерах, рассказывайте, пускай чужое горе не станет вашим горем. Потому что реально мы видим, сколько детей, когда мы совершаем рейды по водоемам нашего города, сколько детей купается без присмотра родителей. Да и на пляжах, когда приезжаем и смотрим на те места, которые, в общем-то, посещают наши жители города, очень много случаев, когда родители сидят за чашкой пива или пьют кофе или что-то другое, а дети заходят в воду, а при большом таком скоплении людей не исключено, что маленького ребенка вплоть до того, что затоптать мог. У нас такие случаи имели место, когда на 44-м квартале на водоеме ребенок купался возле пирса 5-летний, мама с папой занимались другими делами, а не тем, что нужно. И ребенок просто был затоптан под понтон. Тело достали водолаз нашего предприятия. Поэтому только контроль ежесекундный, ежемгновенный. Если вы будете следить за своим ребенком, тогда беды не будет, и вы вернетесь домой живыми и здоровыми, и дети будут вашим цветком радости, а не цветком горя. А хто взагалі стає частіше заручником небезпечних ситуацій на воді? Чи є якась статистика? Ну, во-первых, это мужчины. Женщины у нас довольно-таки более дисциплинированная публика. И как пример могу привести. Буквально в этом году, в начале нашего купального сезона, мужчина с женщиной поспорили, кто из них быстрее переплывет водоем на жилмассиве Югока. Женщина переплыла, мужчина утонул. Оба были в нетрезвом состоянии, но женщина, наверное, все-таки хотела больше жить. И поэтому мужчины – это стабильно наша самая такая тяжелая категория. Причина – спиртные напитки. И второе – это то, что, как правило, люди, употребляя спиртные напитки, стараются где-то уединиться. Потому что есть закон, который запрещает пить спиртные напитки в общественных местах. Полицейские ребята работают, велопатрули, машины. Поэтому, как правило, это где-то там тихое место. И вот тут шансов спастись у такого горя отдыхающего мизер. Вот как пример последний случай 20 числа, когда два мужчины, а обратился этот мужчина уже за помощью к рядом отдыхающим людям, когда уже было поздно. И парень попытался, нырял, попытался найти тело. Ну, во-первых, надо иметь специальную подготовку, во-вторых, видимость очень слабая, поэтому ему не удалось вовремя спасти этого горя отдыхающего. Водолазу, он для этого учился, он обучен. Я говорю, потребовалось буквально 30 секунд,
чтобы тело извлечь из пучины воды. А що потрібно робити вже тоді, коли людина у небезпечній ситуації в воді? Яка покрокова інструкція? Ну, как таковой покроковой инструкции быть не может априори, потому что каждый случай, он абсолютно индивидуален. Я всегда, когда пользуюсь эфирами, меня задают вопросы журналисты, люди спрашивают. Я всегда говорю так. Если человек на ваших глазах начинает тонуть, прежде чем броситься в пучину воды, вы должны оценить свои силы и возможности. Потому что у нас были случаи, когда человек, спасая, сам тонул, а того, кого спасали, выходил, ну, скажем так, сухим из воды. Во-первых, это первое. Если вы физически готовы, морально готовы, умеете плавать, знаете элементарные навыки, как нужно спасать, вперед. Место для подвига всегда есть. Если же вы сомневаетесь в своих силах, примите первые действия таковые. 101, звонок, что там-то, там-то, в таком-то районе, тонет человек. И зовите на помощь людей, которые могут вам оказать помощь. Потому что одному бывают случаи очень плачевные. Второе, если есть подручные средства, это может быть оказаться ветка, это может быть оказаться, там, я не знаю, брючной ремень, если это мужчина, какой-то платок, какая-то шаль у женщины. Пытаться, зайдя в воду, если человек находится не на большой глубине, а вот этот случай с последним нашим утопленником, 2 метра глубина была, то есть это нормально. Зашел бы его товарищ метр в воду, подал бы ему просто ветку, руку, я не знаю что, вытащил бы его из воды. Поэтому в этом случае использовать все, что есть подручное, попытаться человеку подобраться, подать. Если же человек тонет на глубине, и вы понимаете, что там глубоко, но вы умеете плавать и имеете элементарные навыки, постарайтесь подплыть к человеку, который терпит бедствие с тыльной стороны, то есть не спереди, а сзади постараться. Потому что в момент этой агонии, когда человек тонет, он использует любой предмет, любую опору, чтобы выкарабкаться из этой пучины. Соответственно, если вы подплыли сзади, вы можете охватить его в районе груди подмышками и пытаться транспортировать его к берегу. Если же вы подплывете спереди, есть шанс того, что просто он вас притопит, и вы ничего не сможете сделать. Поэтому первое – 101, а дальше действовать по ситуации. Зачастую бывает так, что мы часто слышим, что человек, когда тонет, он кричит: «помогите, помогите». Это абсолютно неправильный, скажем так, знак. Как правило, люди, которые начинают тонуть, у них происходит спазм гортани, они вообще ничего не кричат, в лучшем случае машут руками, если это судорога не схватила. И в этом случае многие думают, что человек просто балуется, просто дурачится. И мы часто говорим, что если вы находитесь в воде, ни в коем случае не кричите «тону», потому что окружающими первый крик это будет вроде как один раз столкнется с таким случаем, подумает, что это шутка. Поэтому не всегда есть крики или звук о помощи от человека, который тонет. Чаще это просто бывают такие, знаете, маховые движения, какие-то непонятные брожения, движения. Если вы видите, что человек постепенно или временами опускается голова ниже воды, то есть подбородок уже, вода начинает захлебывать человека, то в этом случае надо срочно сообщить на 101. А потом уже в дальнейшем принимать такие вот меры, о которых я рассказал. Какие ваши рекомендации для всех, для безопасного отпочинка влітку? Отдыхать там, где разрешено. Отдыхать без употребления спиртных напитков, выдерживать температурный режим, не находиться в воде дольше того времени, пока ваш организм получает комфорт от нахождения в воде. Не заходить в воду сразу после перегрева, потому что зачастую люди, отлежавшись на солнце 15-20 минут палящими лучами, температура тела нагрелась до 39-40 градусов практически. И человек потом прыгает в воду, контраст, и хорошо, когда сердце здоровое, сосуды здоровые, и ты можешь спокойно пережить этот стресс. Это же стресс для организма. Попробуйте просто раздеться и стать под кран с холодной водой. Ну, процедура не для закаленных людей, не из ряда приятных. А здесь, тем более, ты на солнце нагрелся, а потом залез в холодную воду. Поэтому это один из факторов. Ну и родителям следить за детьми. Если эти все элементарные методы будут применены, то отдых будет безопасным. Вы отдохнете, наберетесь сил, здоровья, вернетесь домой живым и здоровым, и вам не нужно будет потом таблетки глотать, лечиться или того хуже, кого-то потом хоронить.
Пане Володимире, дякую за те, що завітали до нашої студії. Це була програма «10 хвилин». У студії працювала Дар'я Юськова. Бажаю всім доброго здоров'я. Побачимось.